Всем привет, с вами на канале Старко. Сегодня мы рассмотрим такую игрушку, которую все играли в 90-е годы, которую она каждому нравилась, которую каждый в нее тащился. И она называется Doom. Это не те части, которые третья часть, которые 2016-го часть. Они уже полностью обосраны, в них бессмысленно играть, потому что там графика плохая и физика. Возможно, даже еще и NPC, потому что я поиграл. Первый уровень, я его до конца даже не дошел, я офигел от того, как она обосранная была, и сразу же ее удалил с ПК. Но сейчас мы на Android-версии испытаем, но только первую часть, потому что у меня также еще есть и вторая часть, другая. Это как бы совсем другая часть, но как бы бесплатная часть. Есть еще также две дополнительных части, которые не решили назвать Doom 3 и 4. Это Plutonium и TNT. В них можем тоже поиграть, но сегодня мы только в одну часть поиграем. Так как это все в одно видео не уместится, но если вы наберете 10 лайков, то моментально сразу же выпущу другие части, как Doom 2, Plutonium и TNT. Это все зависит от вас. Погнали. Итак, мы зашли в игру. Мы можем любые 4 части. Так, да, у нас все части доступны, вот даже вот, если сюда зайду, то никакой фигни не будет. Но у меня так изначально есть. Но мы, как всегда, с первого начинаем. Немного громковато. Я немного изменил управление, так как мне вот так вот больше нравится. Посмотрите, вот так вот мне намного удобнее. Так как удобно стрелять. Допустим. Это особо не сложный первый уровень. Хотя первый уровень это очень сложный, потому что здесь такие люди, которые с дробашом, они, ну, они хорошее оружие дают, но они атакуют с такой силой, то что капец сильно. И мы уже наконец-то видим других тварей. Этот больше всего меня бесил. Здесь, вот здесь где-то, он уже, возможно, отошел. Нет. Его где-то его не... пошел. Да. 10 хп не желают своих удач. Так, можешь сюда пойти. Нет, есть что-то. Вот есть. Господи, это, походу, я переборщил. Давайте попробуем еще раз. По второй попытке. Управление тут достаточно неудобно, даже если ее настроить идеально. Ну подохни. Чё ты по мне стреляешь? Мне ж неприятно, и ты тоже чё по мне стреляешь. Спасибо за оружие. Тебе благодарен, там сотку должен. Но не сегодня. Сегодня у меня нету денег. Ты эту фигню взяли и пошли дальше. Вот я даже в этой части могу прыгать. Убиваем. И валим отсюда. Я шучу. Где он? Вообще обнаглел. О, я всего лишь половину дропа потратил. Вот здесь вот тогда я умер. Ну уже. И ты умри, блин. Своим другом. Вот это интересно просто. Да, и не удивляйтесь, я эту игру уже играю практически каждую неделю, и я все секреты этой игры знаю. Так что, ну, практически все. Так что не удивляйтесь, какие секреты еще не разблокировались. Да, господи, подзорвись уже. Практически мы первый уровень прошли, ресурсы собрали, но дальше мы еще 3 секрета будем разведывать, которых очень интересные. Сюда, и быстро сюда бежим, вали отсюда. По идее здесь. Да, вот так. Вот тогда все секреты добыли мы.
Мне вот это вот ромбик нравится. Или как его там можно называть еще. Просто прикольно. Как-то так. Ну, вот так вот мы прошли. Не все, конечно, собрал, но хотя бы что-то. Минус в том, что тут вся жидкость идет. А давайте уже рандомную выберем уровень. Потому что так и подряд все неинтересно проходить. Допустим, второго этапа, шестой уровень. Я не знал, если честно, что это за уровень. Это подбираю. Идем. Ух, ничего себе. На. Блин. Все, он сожрал. Давай, 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 давай. Мы его с пистолета загасим. Главное, умери. Да. Спасибо тебе, чувак. Так, а тут двое дороги. Ну, я тут пойду. Да, я правильно пошел. Тут же кто-то есть, да? Где-то кто-то есть здесь. А, или тут пусто чисто. Ну, это пока что не надо. У нас еще много жизни. А куда дальше? Может, там что-то есть? Нет, здесь ничего нет. Каюсь, так. Походу, нам ничего не остается делать. О, черт! Беги, беги, беги. Я не туда уже пошел. О, сразу же выход. Ладно, шучу. Да, допустим, они меня не убили. И выход, секретов тут нет. А сколько вообще тут? Так же три секрета, что ли? Чё-то какой-то очень странный уровень. Да умери же ты. Ну, на. А сколько тут вообще? На три... Полтора десятка тут мобов практически. Это что получается? Зря они этот уровень создавали. О, ну все ясно, этот еще желтый нам будет, нужен красный. Все карточки нужны, чтобы эту открыть дверь. Блин, на андроиде просто неудобно играть. Ну точнее на телефоне даже. Блин, а тут не видно, может что-то у меня с графикой не так. Дисплей. Не, это не то. Нет, у меня вроде на максимум. Блин, вообще тут практически ничего не видно. Вот это вот такого видео и факел и все. Кстати, красивая анимация сделана. Это не секрет. Это что у нас? Блин, нельзя тут ничего открывать. А это? Хотя об этом нам надо забыть, потому что тут... Ничего нельзя открыть. Ну на. О, попал. Не, ну я не знаю, я тут вообще ничего не вижу тут, конечно. Я иду тут на слепу. Да умри. Это на что? Еще одна слепая зона. Ой, капец. Иди в жопу, бля. Я сейчас умру. Пока что здесь все чисто. Все хорошо тут. О, вот это мне нравится. Хотя бы какой-то свет будет. Еще один дробовик. О, это уже плохо. А, у меня же это... Эти заразы меня очень сильно бесили. Это самые невыносимые твари, бля. Особенно в Брутал Думе. Еще одна. Да тут их, по-моему, куча, что ли. О, зато красная карточка.
Не зря мы сюда шли. По-моему, у меня есть шанс, это что я пройду. Ведь я не... именно это уровень, хотя я не знаю, возможно, и проходил. Но он только наполовину помню, потому что именно вот это место, где я сейчас нахожусь, я его не помню. Иди в жопу. О, повезло как. Вот теперь хорошо видно. А, иди в жопу, блядь. Вот так хорошо. Вот так еще лучше. Теперь валить надо отсюда. Иди отсюда. Вот это, походу, был. Иди отсюда. Ёбаный, блин. Как мне теперь пройти? Вот так. Все, о. Мы сейчас забираемся и валим отсюда. Я его не собираюсь убивать. Я тогда все элементы потрачу. Он еще за мной идет. Кстати, вы заметили, что у меня не оригинальный саундтрек. Это у меня мод на рок или брутал музыку. Я просто скачал, и мне он более-менее понравился. Потому что тут оригинальный саундтрек, если тут получится, я это не проверял. А, здесь вот так нельзя. Ну, в принципе, оригинальный саундтрек, он был ужасен. Он как будто даже хуже ретро был. Нету. Валим. Ох, ничего себе. Вот это вот мне понравилось. Нету тут совсем никого. Ля, серьезно? Ну на. У меня-то 8 патронов еще осталось на базуку. Так что не горячуйте. Аптечка вдалеке есть. А потом. Да, да. Как мне уворачиваться теперь? Да, вообще не увернешься. Увернусь, увернусь. Только таким способом. Аптечку забрали, уходим отсюда. Куда уходить? Так неинтересно. Вот здесь вот интересно. Здесь вот желтая дверь. Окей, не будем до конца патроны тратить. О. О. Я не помню, насколько это, на одну или две минуты, так как бессмертие. Неожиданно. Я так помню, как бессмертие на полминуты. А обычно там кисло костюм на минуту, невидимость на минуту, а это, по-моему, больше, да, наверное, на 2 минуты. Но также рандомно будем. А, не, погодите, я неправильно вел. Третий этап. Ну, допустим, пусть также третий уровень. Серьезно? Уйди отсюда. По-моему, первый уровень был самый нормальный. Остальное говно у меня пошло. Иди в жопу. Блин. Ух, капец, нафиг я вообще сюда зашел. Вали отсюда. Быстрее. Кайпов. Попробуем еще раз. Офигеть, ты офигел сразу 40 хп отнимать? Бестолочь. А, ну капец. Ладно, последний раз пробуем. Вот это активируем. Сюда бежим. Куда? А, не-не-не-не-не. Не сюда. Блин. Уйди отсюда. Сюда и сюда. Первая карточка у нас. Ну, теперь отсюда можно сидеть атаковать, но их нету, а теперь есть. Пистолетом атакуем, а они не умирают почему-то.
Короче, у нас вышла такая ситуация, то что меня убили. И я не смог нормально выправиться. Ладно, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать от меня новые уведомления и новые видео, чтобы смотреть их потом дальше, если вам понравилось это видео. С вами был Старко. Всем пока.